Привет! Меня зовут Джуз Юлия. В этом видео я делаю цветок на резинке из лент шириной 2,5 см. Лепестки делаются просто, а цветок получается очень симпатичный. Лепестков нужно примерно около 15 штук каждого цвета. Серединка для этого цветка может быть любая, но я взяла тычинки. Сначала укоротила их, а потом приклеила. Вот такой цветок получился. Спасибо, кто посмотрел. Оставляйте свои комментарии, мне очень приятно. До встречи!